Уважаемые севастопольцы, от всего сердца поздравляю вас с Днем России и 235-й годовщиной города-героя Севастополя. За свою историю Севастополь пережил множество тяжких испытаний и всякий раз восставал из руин, продолжал расти, развиваться и процветать. Не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой все более высокие цели, такого закаленный морскими ветрами севастопольский характер. Он ярко проявился в период Крымской весны, когда севастопольцы сказали твердое «да» возвращению на родину. Он помогает и сегодня в реализации планов преобразования города. Уверенное развитие России возможно лишь благодаря сплоченным действиям, консолидированному движению вперед. Наша общая задача – повседневным трудом способствовать достижению ключевых государственных приоритетов, которые обозначил наш президент Владимир Владимирович Путин. Это обеспечение нового качества жизни, здоровья и безопасности каждого человека, расширение возможностей его самореализации. Это превращение Севастополя в один из самых комфортных и благоустроенных центров нашей страны, ее южную столицу. Искренне желаю, чтобы в каждом севастопольском доме царило счастье, взаимопонимание и благополучие, здоровье, мира и выдающихся дел во благо нашей Родины России и города-героя Севастополя.